natürlich, das ist absolut denkbar, gerade auf den internationalen Buchmessen wie Bologna oder Frankfurt wird es sogar, gibt es auch immer wieder Panels, wo man zusammenfindet. Und in Bologna ist es absolut üblich, dass bei den Mappensichtungen, die fast jeder Verlag durchführt, fast jeder deutsche Verlag schaut sich jeden Tag Mappen von Illustratoren an. Und das ist immer international. Разумеется, никаких препятствий нет вообще, особенно если ездить на крупные выставки Франкфурта или Болонья. Болонья, куча немецких издательств, во-первых, просто представлены, во-вторых, они регулярно просматривают бесчисленные папки и портфолио самых разных иллюстраторов, и там не особо важную роль играет, откуда они приехали. Конечно, среди них наверняка и коллеги из России есть. Gerade durch unsere wunderbaren neuen Kommunikationstechniken kann der Illustrator irgendwo auf der Welt sitzen und trotzdem kann eine Zusammenarbeit mit Verlag und Illustrator stattfinden. Сейчас это вообще не важно, в какой стране, где физически человек находится. Благодаря интернету и всем технологиям современным это полностью утратило какое бы то ни было значение. Спасибо большое. Но для присутствующих здесь российских иллюстраторов, каким центром посредничества может стать во многом и центр немецкой книги представительства Франкфуртской ярмарки, которая организовала, собственно, наш визит? И еще один вопрос. Спасибо за лекцию большое. Все делегации поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича в 2018-2024 годах и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, выставки книжных гостиных на дворе Московской международной книжной выставки. Выставки книжных на Франкфурте, на Майне, в Болонье, Оксфорда, Англии, итальянские издательства и министерам Медлизовым очень просим Владимира Путина избираться на два президента. Это очень хороший вопрос. Я обычно Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Ирине Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Колокольцеву, Борченко, Саду, Герасиму, Антоновичу, Мартенкову, Скворцову, Голодец, Мединскому, Всеславичу и Боскову, партии «Единая Россия», Народный фронт, «Наша Россия», «Наш президент», «Вас, наша сила, право и честь». Кристина поддержала организатор международной книжной выставки Франкфурта на Майне. It's our present for you. Thank you very much. Thank you very much. It's our present for you. Thank you. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Президент России Владимир Путин. Всенародный, любимый президент. Прекрасно. Только что нам посчастливилось передать газету «Любимый президент». Самые лучшие в мире стихи, поэмы, прозы, произведения, посвященные Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2018-2024-2030 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Правда, бывает.